Приветствую вас. Начать, пожалуй, я бы хотел с того, что отмечу неосвещенность вами того, что было непосредственно до начало проблемного эпизода, проблемной ситуации в вашей жизни. То есть вы никак не описываете, что было у вас, до последних 3-4 лет. Ведь до последних 3-4 лет вы работали. До последних 3-4 лет вы, вероятно, что-то делали. До последних 3-4 лет вы, возможно, чем-то увлекались. Вы до последних 3-4 лет чем-то занимались. Вы до последних 3-4 лет что-то выбирали для себя. Ну, я имею в виду какой-то вид деятельности. Что-то вы для себя выбирали, вот. И все это вы не описываете. Хотя на самом деле это очень важная история. Потому как от того, как вы ставили себя тогда, зависит, по сути, что, как вы ставите себя, к примеру, сейчас. То есть это, я бы сказал, очень важная история. Вот. Понимаете? Это первое. Второе. Значит, вы не можете найти себя в жизни. То есть вы. По факту, это означает только то, что вы себя не слышите. Вы не прислушиваетесь к себе. Вы не позволяете своим чувствам и вашим ощущениям руководить вам. Понимаете? Именно поэтому вы и не можете себя найти. Именно поэтому вы не можете работать на кого-то. То есть, вы обращаете внимание не на то, что вы делаете, к примеру, а на то, как вы делаете. Понимаете? И это, конечно, достаточно тяжело для вас. То есть тут вряд ли может быть как-то по-другому. Вот. Я полагаю, что вам вместе с тем достаточно сложно, к примеру, находить общий язык с людьми. Ну, например, с теми же начальниками, вот, и так далее. То есть, вероятно, но не факт. Вероятно, но не факт. Поведение начальников как-то вас, возможно, задевает.
Вероятно, но не факт. Вам сложно взаимодействовать с начальниками именно по причине того, что вы не уверены в себе, допустим, или чего-то боитесь. Допустим. Или сверхмотивация к тому, чтобы, ну, собственно, чего-то достичь. То есть мотивация явно больше, чем она должна быть в норме. Вы пишете: антипатия в сочетании с новыми идеями. Знаете, будь у вас действительно новые идеи, я в том смысле, что если бы присутствовали только новые идеи у вас, то антипатии бы не было, потому что вы бы преследовали одну цель — эти новые идеи реализовать. Особенно если вы видите, что они там, к примеру, могут принести пользу, ну или что-то вроде того. Вот. И ваша антипатия говорит скорее о уровне притязаний ваших. Соответственно, первое, что нужно, это отказаться от определенных притязаний. Заметьте, отказаться не от возможностей своих, не от мощностей своих, не от способностей своих, а именно от притязаний. То есть от некого такого шаблона, что все должно быть именно так. Именно так и не иначе. Что должно быть все именно так, а не иначе. Ведь какая разница, как вы притворяете в жизнь, к примеру, свои новые идеи. Какая разница, как вы это делаете? Главное, что это происходит, ну или не происходит. Если, допустим, вы этого не делаете, к примеру, вот, понимаете? То есть отказ от притязаний, в большей степени освобождение ресурсов для, скажем так, активной деятельности, вот, и разбор, допустим, негатива, который имеет место быть у вас, к примеру. Да, то есть вот неумение подчиняться, неумение вести себя с, допустим, начальниками и так далее. Вот это очень важная история, с которой вам необходимо поработать и с которой вам желательно бы справиться. Потому что иначе будет вам достаточно тяжело и трудно. Вот, начальники есть везде, а подчиняться тоже приходится периодически. Вот, если человек испытывает проблемы именно с подчинением, да, то это говорит о его внутренней, конечно же, неуверенности и о его определенных внутренних, допустим, противоречиях. Вот. То есть, противоречия, как правило, берут свое начало, да, из детства,
Вот. То есть что-то плохое, дурное, негативное, связано с тем, что вы, там, к примеру, выполняете указания кого-то. Вот. То есть тут опять же вот нужно смотреть, да, что и как происходит у вас, когда вы работаете на кого-то. То есть, что значит антипатия? Антипатия к чему? Антипатия почему? Да? Вот. То есть это нужно исследовать. Вот. Дальше. Не могу больше работать на кого-то. По какой причине вы не можете работать на кого-то? Вот. Понимаете? То есть, грубо говоря, в чем трудность и проблема? Раньше же работали, а что изменилось теперь? Дальше, значит, нахожу временные варианты заработка, все не то. А для чего находите заработок вообще? Для чего вам вообще работать? То есть, если вы ищете источники дохода, к примеру, то это одно. Если вы ищете способ реализоваться, это другое. Для чего работу вы ищете? Понимаете? То есть это важный момент. И об этом вы, как ни странно, ничего не пишете. Дальше. Так. Себе чувствую лидерские качества и тяга к новому. Ну, давайте как. Если вы в себе чувствуете лидерские качества, то есть это означает, что вы, к примеру, хотели бы быть лидером, то в таком случае нужно начинать с чего-то. А если вы говорите, что вы не можете работать на кого-то, то вряд ли вы станете лидером, потому что нельзя так. Нельзя, условно говоря, не работая на кого-то, да, стать лидером. Потому что только увидев себя на месте подчиненного и только поняв, как управлять, к примеру, да, вот теми же подчиненными, и, соответственно, доказав свою эффективность управления, да, то есть организовывая что-то, проявляя какие-то инициативы, вот, можно стать лидером. То есть, понимаете, если у вас есть лидерские качества, значит, за вами должны, условно говоря, за вами должны пойти люди, если у вас есть лидерские качества, действительно. То есть это не должно быть просто, высказывание, что вот у меня есть лидерские качества, я хочу быть лидером. Нет. На самом деле, так, очень легко так сказать, и как бы за этим ничего не будет за этой историей. Вот.
Понимаете? Поэтому тут я вам все-таки рекомендую вот в эту сторону посмотреть. Тяга к новому. Что это значит? То есть, понимаете, если это значит, что вам, к примеру, скучно, да? Если это значит, к примеру, что вам скучно, если это значит, к примеру, что вам скучно, допустим, ну, наедине с собой, например, или если это значит, что вы постоянно ищете что-то новое, вот, то есть вероятность, к сожалению, что у вас тяга не к новому, а тяга к бегу от себя. То есть вы бежите от себя таким образом, как бы. Ну вот. И вряд ли это может быть чем-то действительно хорошим, и вряд ли это может быть действительно чем-то полезным для вас. Потому что новое человек может получать только после того, как освоит то, что у него уже есть. Да? У меня нет ощущения, что вы освоили то, что у вас уже есть, потому что ну вот вы не можете найти работу, вы постоянно куда-то бегаете, ну бежите, я имею в виду, от себя и так далее. Вот у меня нет ощущения, что вы вот как-то ну что вы как действительно тянетесь к новому. Ну, нет ощущения, понимаете, такого. Хотя, конечно, я могу ошибаться, безусловно. Я могу не знать всей истории, да, я могу не иметь об этом представления. Но, по моему мнению, ситуация, она выглядит вот именно так. Дальше. Так, понимаю, что в предпринимательство тоже не смогу на данный момент войти, так как не имею капитала. Ну а капитал, ведь его же нужно не просто, да, иметь, его же нужно откуда-то приобрести, а вы ничего не делаете. То есть как вы приобретаете капитал, если у вас нет работы, да? Даже такой, скажем, к примеру, постоянной работы у вас нет. Как же вы хотите приобрести капитал? Вот. Откуда, грубо говоря, он возьмется как капитал, да? То есть получается, что вы не хотите, в общем-то, делать и это тоже. Просто перебираете варианты для того, чтобы убедить себя, что, к примеру, вам ничего не подходит. Ну, к примеру, я не говорю, что обязательно так, но, к примеру, вы перебираете варианты, чтобы доказать себе, что вам ничего не подходит, что вы ничего не можете, что вы неоцененно, что вас не оценивают, вас не оценили. Вот. Я предлагаю вам в этой истории посмотреть, обратить внимание только на то, какую позицию свою вы подтверждаете в данном случае. Потому что, ну вот, например, мне очень кажется, что ваша позиция, наоборот, нежелание вообще работать, либо страх.
страх, например, неудачи. Вот. У меня просила всех знакомых, кем они видят, зачем, кем они меня видят, зачем. Ответ у них всех, ответ у всех один, что меня часто поменяет. Это так, да, я если берусь и мне не приносит удовольствие, бросаю. А для чего берется? Это первое. То есть не все и не всегда приносит удовольствие, это нормально. Не все и не всегда может приносить удовольствие, это нормально. Вопрос заключается в том, для чего вы беретесь? Вот какая цель, понимаете, у этого, у того, что вы берете? Вот об этом и нужно поговорить. То есть вы, как взрослый человек, наверное, понимаете, как взрослый человек, вы понимаете, что не все действия, да, могут приносить пользу. Это нормальная история. Но вы такое впечатление ждете, что именно все действия будут приносить вам удовольствие. Ну, как будто, если у вас, может быть, детское, может быть, в этой позиции. Если у вас что-то детское. Вот. То есть нужно основательно и четко подходить к вопросу, почему я делаю то или иное. Вот. И смотреть на цель. Для этого нужно быть в контакте с собой. Да? То для этого нужно понимать свои чувства. А ясно головой понимаю, что нужна помощь специалистов. Хорошо, для чего вам нужна помощь специалистов? Значит, начала болеть из-за вечных стрессов и неудовлетворенности. Ну, это скорее жалоба у вас, Татьяна. Это скорее у вас жалоба на жизнь, на ситуацию, вот в целом, как она есть и так далее. Вот, если вы понимаете, что нужна помощь специалистов, то очень хорошо, обращайтесь, будем с вами разбираться, смотреть и так далее. Вот, если вы никогда не были свободны в своем выборе, если вы всегда стремились, например, кому-либо что-либо доказать, да, то нет ничего удивительного, что у вас не получается ничего по жизни сделать и найти. Вот ничего удивительного в этом нет. Другое дело, что это все корректируется и исправляется. Это да, это совсем другое дело. Ну так, давайте смотреть, давайте исследовать, разбираться. Понятно, да, о чем я говорю? Хорошо. Надеюсь, что понятно. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго, удачи и успешного разрешения вашей данной ситуации.